Жители дома номер 82 по улице Лермонтова собственными руками создали свой двор, в котором очень приятно находиться. Дворовая территория радует глаз цветниками у подъездов, скамеечками, саженцами различных деревьев. На детской площадке постоянно играет детвора. Каждый уголок в этом дворе – это творение их умелых и заботливых рук. Такое общее дело на благо своего дома, своего города не может не радовать. У нас очень красивые палисадники, очень хороший двор. Мы все время играем, нам очень нравится эта площадка. Но рядом с этой красотой на углу Лермонтова-Азовская стоит самострой, который, в отличие от своего соседа, не может похвастаться чистотой и ухоженностью. Нарушены многие нормы закона. Строительство ведется бескультурно. На муниципальной территории немало строительного мусора, арматура, кирпичи, гора песка. Я считаю, что сейчас вот сносят и правильно делают, потому что нужно все по закону сначала оформить, а потом уже строить. А у нас почему-то власти Анапы продолжают бороться с самовольными строениями. Чтобы курорт был чистым и ухоженным, а таких красивых и уютных дворов, как по Лермонтова 82, становилось все больше. Дом на углу улиц Лермонтова и Азовская входит в список самостроев, размещенный на официальном сайте администрации. Хочется надеяться, что с этим самостроем разберутся быстро. А пока дело о нехорошем доме находится в суде. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.